В целях повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда и адаптации их к необходимым трудовым навыкам организуется трудоустройство специалистов по проекту «Первое рабочее место». Данный проект реализуется среди выпускников вузов, безработных граждан, молодежи старше 29 лет, в том числе категории НИТ. Молодежи без опыта работы, независимо от регистрации в центре занятости. Трудоустройство выпускников осуществляется в соответствии с профессией, указанной в дипломе или аналогичной по профилю образования. Для участия в проекте заявитель должен обратиться в центр занятости по месту жительства. Первое рабочее место – это проект, организованный для выпускников учебных заведений. Это такой же большой проект, как и молодежная практика. Организованный для молодежи, окончившей высшее и среднее профессиональное учебное заведение с целью приобретения первого опыта работы. С прошлого года выпускники и молодежь категории НИТ получили возможность принять участие в этом проекте. В этом году планируется трудоустройство 264 молодых людей. По данной программе обустроен и приобретает первый опыт работы 21 молодой человек.